Undertale. Прохождение, часть 4. В этом эпизоде Undertale вы увидите, как я сломал систему, почему у меня уже 30 из 20. Я систему сломал, да. Как Санс чешет задницу. Ага. И как я иду с папирусом на свидание. Три. Не, как тебе мой секретный стиль? Нравится. Не, искренний комплимент. И всем привет, друзья, с вами Санёк 230, и сегодня мы продолжаем проходить Undertale. Ха. Ториэль задавила Флауэри креслом. Странно, конечно, но мы остановились на Снежниград, город. Мы на битве с папирусом, а я и забыл. Кстати, о чем я по вещам? Ага, паучипончик это мы не берем, значит, бинт. Так, приветствую, путник. Чё ты у меня купишь? Так, я у тебя куплю. Два скимо, можно скушать дважды. Замечательно, если честно, просто замечательно. Давайте спать теперь. Боже, зачем? А зачем я сплю? Я передумал. Я не хочу это слышать больше. Так. Ну, погнали. Туман. Я вообще сначала думал, что это не туман, а просто снег. Метель. А вот и он. Человек, позволь мне рассказать тебе о некоторых сложных чувствах. Чувствах, как удовольствие от того, что нашел другого любителя паст. Восхищение чужими навыками решения головоломок. Желание знать кого-то клёвого, умного, кто считает тебя клёвым. Эти чувства, они должны быть тем, что ты испытываешь прямо сейчас. Мне тяжело представить, на что должны быть похожи эти чувства. Однако я крайне восхищен. Я даже не думал о том, что значит иметь много друзей. Мне жаль тебя, одинокий человек. Но волнению нет. Об одиночестве забудь, ведь этому не бывать. Я, великий папирус, стану твоим. Нет. Нет, это все неправильно. Я не могу быть твоим другом. Ты человек. Я должен поймать тебя. Тем самым я смогу осуществить мечту всей моей жизни. Могучий, популярный, авторитетный. Таков папирус. Новый член королевской стражи. Почему у меня уже 30 из 20? Я систему сломал, да? Я вообще сначала подумал, что я уровень повысил. Что за... Ну, я так понимаю, вам прошлая нарезочка понравилась, так что... Сейчас сделаем еще одну, если я не поленюсь. Действие. Папирус. Флиртовать. Что? Флирт? Так ты наконец покажешь свои безграничные чувства? Что же, я скелет с очень высокими требованиями. Я умею готовить спагетти. О нет, ты подходишь по всем моим требованиям. Я полагаю, это значит, что я должен пойти на свидание с тобой?
Давай устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. А, то есть... Что? Ага, он размышляет о том, что надеть на свидание. О нет, давай устроим свидание потом. Я не знаю, поддаться что ли ему. Вы флиртуете, но без толку. Кажется, действия не расшевелят битву. Давай устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. Папирус пшикнул костяным одеколоном за ухом. Ага, действия не расшевелят битву. Пощада. Не хочешь драться? Тогда посмотрим, как ты справишься с моей знаменитой синей атакой. Ага. Как же увернуться? Еле уворачиваюсь. А вот это уже плохо. Теперь ты синего света. Ну нет, ну не надо. Ну я домой. Это моя атака, нехаха. Обиты погнали. Любит ли меня кто-то так же искренне, как ты? Он там размышляет про нас, типа. О, пошла серединочка битвы. Пошла. Костяной атаки. Слишком... Ты в смысле слишком занят? А! Что? Как? Как я... Попасть на свидание будет тяжеловато. О, атаки солнца. А! Одинокость. После того, как я схвачу тебя и сдам, что будет? Ай. Да чё ты... Да кого это волнует? Сдавайся. Зачем? Да. Есть. А как от последнего уворачиваться? Я не понял. Да, очень скоро использую свою специальную атаку. Еще чуть-чуть я использую специальную атаку. Да, блин, давай уже используй. Мне надоело ждать. Как я увернулся? Папирус хихикает. Это твой последний шанс перед специальной атакой. Божечки. Оули-моули, давай. Папирус очень старается быть хладнокровным. Флиртовать. Когда он будет... Что за чёрт? Это моя специальная атака. Эй, ты, глупый пёс. Ты слышишь меня? Хватит жевать эту кость. Эй, что ты делаешь? Вернись сюда с моей специальной атакой. Ну, ладно, я просто использую очень крутую обычную атаку. Папирус готовится к обычной атаке. Эх, вот еще одна абсолютно обычная атака. Серьезно? Такая легкая?
Я что-то не понимаю, чего вы такие легкие атаки стали делать? Ай, ладно. А, собака! Что за? Что за кости? Вот это самое сложное, как его Разгон! Боже. Нет! Как от этого увернуться? Как? Фу, еле выжил. Что ж, ясно, ты не можешь победить меня. Да, я вижу, что ты дрожишь от страха. Потом я, великий папирус, решил даровать тебе сострадание. Я пощажу тебя, человек. Это твой шанс принять мое милосердие. Ура! Спасибо. Я даже не могу оставить такого слабака, как ты. Андай будет, короче, он размышляет, что вы скажете. Я скажу, что мы будем друзьями. Правда хочешь со мной дружить? Ну тогда, полагаю, я думаю, я могу сделать поблажку для тебя. Вау, у нас даже не было первого свидания. Я уже умудрился попасть в френд-зону. Кто знал, что... чтобы завести друзей, надо было заставлять их решать головоломки и сражаться. Ты многому научил меня, человек. Сим, я дарую тебе разрешение пройти дальше. И подскажу, как выбраться на поверхность. Продолжай идти вперед до конца пещеры, и когда достигнешь столицы, пересеки барьер, удерживающий нас под землей магическую печать. Что угодно может войти, но ничто не может выйти. За исключением кого-то сильно душой. Кого-то, как ты. Вот почему король хочет заполучить человека. Он хочет открыть барьер с помощью силы души. Тогда мы, монстры, сможем вернуться на поверхность. О, я чуть не забыл тебе сказать. Чтобы добраться до выхода, тебе придется пройти через королевский замок. Король всех монстров. Он такой... В общем... Он большой пушистик! Каждый любит этого парня. Я уверен, если ты просто скажешь... Простите меня, мистер Дример, могу я пойти домой? Он проведет тебя прямо через барьер сам. В любом случае, хватит разговоров. Я буду дома, как крутой друг. Не стесняйся приходить ко мне на свидание. Неха! Он что, тупо сломал законы физики? Понятно. Что за банки? Кто мусор разбросал, блин? Йоу, ты тоже улизнул сюда, чтобы увидеть ее? Потрясно, она наикрутейшая, да? Я хочу быть таким же, как она, когда вырасту. Эй, не говори моим родителям, что я здесь. Ладно, это кто? Так, понятно, это что? Все, что подтверждает мое существование, объясняется эхо-цветком. Никто не может знать. Типа эхо-цветок все повторяется, понятно. О, сохранение. Шум бегущей воды наполняет вас решимостью. О, блин. Это мы уже 20 минут играем на папирусе только. Короче, у Санс перерыв. К счастью, две работы означают в два раза больше перерыва. Я иду к Грилби. Хочешь со мной? Ну, если настаиваешь, придется мне оторваться от своей работы. Сюда, я знаю короткий путь. У вас все в семье ломают квантовую физику, да? Быстро срезали, да? Привет всем! Эй, Санс! Привет, Санс! Приветствую, Санс, приветик, Санси. Эй, Санс, разве ты не завтракал здесь несколько минут назад? Не, я не завтракал, по крайней мере, уже полчаса. Ты, наверное, путаешь с полдником. Сюда, устраивайся поудобней. Упс, смотри, куда садишься. Иногда шутники могут подкладывать подушки-пердушки. Ну ладно, давай что-нибудь закажем. Чего хочешь?
фри. Эй, звучит вполне неплохо. Грилби нам 2 порции картошки фри. Логично. Скажи, что ты думаешь о моем брате? Крутой. Конечно же, он крут. Ты бы тоже был крутым, если бы носил такой наряд каждый день. Он снимает его только в случае крайней необходимости. Ну, по крайней мере, он его стирает. И под этим я подразумеваю то, что он ходит в нем в душ. А вот и еда. Хочешь немного кетчупа? Нет. Мне больше достанется. Ага. Неважно, крутой или нет, но согласись, папирус упорный. Посмотри только, как он старается стать частью королевской стражи. Однажды он отправился к дому главы королевской стражи и умолял ее, чтобы его приняли. Разумеется, она захлопнула дверь перед ним, потому что была полночь. Но на следующий день она проснулась и увидела, что он все еще ее ждет. Поняв его преданность, она решила взять его на воинское обучение. И оно все еще продолжается. Ах, да, я хотел спросить тебя кое о чем. О боже. Ты когда-нибудь слышал о говорящем цветке? Да. Значит, ты все знаешь. Эхо цветок. Они растут по всему болоту. Скажи им что-либо, и они будут повторять это снова и снова. Чем они интересны? Ну, однажды папирус рассказал мне кое-что интересное. Иногда, когда никого нет рядом, появляется цветок и шепчет ему что-то. Лесть, советы, поощрения. Флауи! Флауи, я знаю! Я знаю, что ты там. Я знаю. Пророчество. Странно, да? Кто-то, наверное, пользуются эхо-цветками, чтобы пошутить над ним. Гляди в оба, хорошо? Спасибо. Аж мурашки прошлись, боже. Это был Флауи, я уверен. Что ж, это был долгий перерыв. Я не могу поверить, что дал тебя оторвать меня от работы так надолго. О, кстати, у меня не гроша. Можешь оплатить на счет? Всего лишь 10 000... золотых. Конечно. Шуткую. Грилби, запиши это на мой счет. Кстати, я хотел что-то сказать, но забыл. Ладно. А, какая музыка прикольная. Так, что это у нас? Понятно. Лучше не надо. А тут-то кто? Ну, пока никого. Но там кое-кто будет потом. Опа. Закрыто. Этот почтовый ящик переполнен непрочитанными письмами. Как мило, что ты проверяешь мою почту вместо меня. Стоп, это не мило, это очень странно. Боже, что? Так, ты вернулся, чтобы пойти со мной на свидание. Ты правда отнесся к этому серьезно? Я должен отвезти тебя в одно очень особенное место. Место, где мне нравится проводить много времени. Ага. Так. Так. Ага. Мой дом. Хорошо. Ладно. Привет. Это что такое? Это сборник анекдотов. Заглянуть внутрь. Да.
Внутри сборника анекдотов лежит учебник по квантовой физике. Вы заглянули внутрь. Внутри учебник по квантовой физике еще один сборник анекдотов. Вы заглянули внутрь. Внутри еще один учебник по квантовой физике. Вы решили остановиться. То я, да, там отойду. О, это мое любимое телешоу. Надпись. Оставайтесь с нами в ожидании новой передачи «Метатон». Что? Обычно оно интереснее. Это просто плохой эпизод, не осуждай меня. Так. Это ручной камень моего брата. Он постоянно забывает его покормить. Как и обычно, мне пришлось взять это дело на себя. Камень покрыт кондитерской посыпкой. Грязный носок с кучей прикрепленных записок. Санс, пожалуйста, подними свой носок. Ок. И клади его обратно, убери его. Ок. Ты передвинул его на 2 дюйма левее. Унеси его в свою комнату. Ок. И не приноси его назад. Ок. Он все еще здесь. Ты же сказал не приносить его назад в мою комнату. Забудь. Вы трогаете диван, в нем что-то бренчит. В диване вы находите горстку потерянных монет. Вы получили 20 монет. Это мусорное ведро. Посещай его в любое удобное для тебя время. Хорошо. Ага, заинтересовался моим музеем еды. Прошу, оцени мою кулинарную выставку. Половина холодильника забита контейнерами, на которых написано «спагетти». В другой половине нет ничего, кроме пустых пачек из-под чипсов. Впечатляет, я увеличил высоту своей раковины. Теперь я смогу засунуть под нее еще больше костей. Та самая собака! Что? Тоби Фокс! Лови это ходящее недоразумение. Проклятие. Сад! Хватит портить мою жизнь случайными звуками. Не знаю, сильно я кричу, может. Нет. Не знаю, короче. Так. Классическая картина. Она напоминает мне о самом важном в жизни. О костях. Да. Дверь закрыта. Там будто вечеринка какая-то, слушайте. Это так не работает, конечно, но... Да-да-да-да-да, можешь не повторять. Ага. Ага. Эй, это те атаки, что я использовал на тебя. Прекрасно вспоминаю, да? Кажется, будто это было только вчера. Даже несмотря на то, что это бы произошло только что. Интересно. Интернет, я там весьма популярен. Осталось всего 10 до двузначного числа подписчиков. Естественно, за славу приходится платить. Чертов тролль заспавил мою онлайн-персону. Постоянно шлет мне глупые шутки дурацким шрифтом. Это был Санс, я уверен полностью. Так. Так, в шкафу у нас аккуратно развешанная одежда. Тут у нас... это у нас книжки, он объясняет. А это крутой флаг, не так ли? Андайн нашла его у залива. Я думаю, он из мира людей. Так, я знаю, о чем ты думаешь. Почему на человеческом флаге нарисован крутой скелет? Ну, есть у меня теория. Я думаю, люди произошли от скелетов. Не! Интересная гипотеза, однако. Это моя кровать. Если я когда-нибудь окажусь на поверхности, я бы хотел прокатиться по длинному шоссе, чтобы ветер развивал мои волосы, чтобы солнце грело мою кожу. Да боже, у тебя этого всего нет. Конечно, это всего лишь мечта. Вместо этого я рулю, пока сплю. Вопрос, как ты рулишь, у меня такой. Типа, почему машина у тебя не едет? Твоя кровать, как бы. Ну, если ты все посмотрел, хочешь начать свидание? Конечно. Хорошо, погнали. Свидание началось.
А вот и мы на свидании. На самом деле я никогда не... Я никогда подобным не занимался. Но не волнуйся, мой гениальный ум предвидел такой поворот событий. Книжка, да? Я взял в библиотеке вот правила свидания. Мы готовы хорошо провести время. Посмотрим. Шаг первый. Нажми клавишу C на клавиатуре для окна свидания. О, Томми Фокс. Ваушки, я чувствую себя таким осведомленным. Я думаю, мы готовы для шага 2. Шаг 2. Позвать на свидание. Человек, я, великий папирус, хочу пойти с тобой на свидание. Да. Правда, ваушки. Думаю, это значит, что настал шаг 3. Шаг 3. Наденьте красивую одежду и поразите всех. Подожди секунду. Надеть одежду? Это лента в твоих волосах. Ты носишь одежду прямо сейчас. И даже раньше на тебе тоже была одежда. Нет, неужели ты с самого начала хотел встречаться со мной? Конечно. Нет, это все спланировано. Ты лучше разбираешься в свиданиях, чем я. Нет, твоя сила свиданий. Сила свиданий? А. Не вздумай полагать, что я уже побежден. Я, великий папирус, никогда не был побежден на свидании, никогда не буду. Я легко сравнюсь с тобой. Видишь, я тоже надел одежду. На самом деле, я всегда ношу свою особую одежду под обычной. На случай, если кого-то кто-то пригласит меня на свидание. Узри! Не, как тебе мой секретный стиль? Нравится. Не, искренний комплимент! Вдруг я убью его искренностью. Однако ты вправду не понимаешь скрытой силы этой одежды. Следовательно, все, что ты сказал, неверно. Это свидание не продолжится дальше, пока не будет найден мой секрет. Но этого не случится. Начало на этой майке не было написано клёво, но я ее улучшил. Совет эксперта. Одежда может быть улучшена таким способом. С моими ногами не связаны никаких секретов. Это только тяжелая работа и упорство. Кроссовки. Души людей сильнее, чем души монстров. С другой стороны, туши у нас примерно одинаковые. Ага. Голова. Моя кепка? Моя кепка! Моя кепка! Ага. Ну что ж, ты нашел мой секрет. Полагаю, у меня нет выбора. Это подарок. Подарок специально для тебя. Что это? Ты знаешь, что это такое? Мозги? А, спагетти. Это то, что ты думаешь, не так ли? В точку, но мимо. Это не какая-то там обычная паста, это работа мастера. Элегантные спагетти, выдержанные в бочонке из дуба, а затем приготовлены мной, мастер-шефом Папирусом. Человек, пора с этим покончить. Так не может больше продолжаться. Съедим. Вы сделаете небольшой куш, ваше лицо рефлексивно скривилось. Вкус не поддается описанию. Что за неописуемое выражение? Ты, должно быть, действительно обожаешь мою стряпню. А это значит меня. Уже даже больше, чем следует. О! А! Нет! Ого. Искренность его убила. Человек, теперь все понятно. Ты по уши влюблен в меня. Все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, это все ради меня. Человек, я хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Пришло время мне выразить свои чувства. Пришло время, чтобы сказать тебе: я папирус. Я здесь жарко или мне кажется? О, брось. Человек, мне жаль, я не люблю тебя так, как ты любишь меня. То есть в романтическом смысле. Я имею в виду, я старался полюбить тебя. Мне казалось, что поскольку ты флиртовал со мной, я должен был пойти с тобой на свидание. Тогда на свидании чувства бы расцвели. Я смог бы разделить с тобой твою страсть ко мне. Но, увы, я, великий папирус, потерял неудачу. Мои чувства остались прежними, и вместо этого на свидании я лишь сильнее погружал тебя в твою сильную любовь ко мне. Темную тюрьму страсти без выхода.
Как я мог так поступить с моим дорогим другом? Нет, стой, это не так. Я не могу ни в чем провиниться. Человек, я помогу тебе пережить этот трудный период. Я стану твоим крутым другом. Я и сделаю вид, что ничего этого не было. В конце концов, ты очень крут. Будет очень жалко потерять твою дружбу. Так что, пожалуйста, не плачь из-за этого, что я не стану целовать тебя. Потому что у меня даже нет губ. Эй, однажды ты найдешь кого-то такого же великого, как я. Хотя нет, это неправда. Я помогу тебе принять чуть менее великого. Не-ха. О, если я когда-нибудь понадоблюсь, вот мой номер телефона. Звони мне, когда угодно. Платонически. Что ж, пора бежать. Не-ха-ха. Фу. Слава богу. Это уже было слишком. Я устал. Охранение. Ура! Касанс. Сундук. Так, вроде все. Дальше. Балетная пачка. Вы взяли. А, нету места. Ага. У меня все заполнено. А чё? Ну, к счастью, попался еще сундук. Два скимо положу сюда. Съешь дважды. И сам не свой, когда голоден. Съешь два скимо. Вещи. Балетная пачка. Инфо. Старая балетная пачка, защита 10. Ну, конечно, хоть что-то похоже на броню. Балетная пачка. Использовать. Вы экипировали старую балетную пачку. А чё у меня выцвевшая лента? Мусор. Так, и теперь мы обратно ложим свое два скимо. Все. Так работает бизнес. Easy money просто у меня. Easy money. О, прикольный эффект. Опа. Привет, Андайн. Я здесь с моим ежедневным отчетом. Относительно того человека, из-за которого я вызвал тебя. А? Сражался ли я с ним? Да, конечно, сражался. Я сражался с ним доблестно. Что, схватил ли я его? Ну, нет. Я сильно старался, Андайн, но в конце я потерпел крах. Что? Ты собираешься забрать человеческую душу сама? Но, Андайн, тебе же не нужно уничтожать его, видишь ли? Видишь ли? Я понимаю. Я помогу тебе всем, чем смогу. А, блин. Нет. Одумайся, не надо. Не надо. Будет больно мне сейчас. Это ветер был. Так, все. Тихо, 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 тихо. Испаряйся. Безопасно. Да, опять ты. Йоу, ты видел, как она на тебя смотрела? Это было круто. Я так завидую. Что ты такого сделал, чтобы получить ее внимание? Ха-ха, погнали. Посмотрим, как она побьет плохих ребят. Это ты подразумеваешь меня? О, музычка новая. Вот мы приступим к новому... локации новой. Ну что ж, ребят, думаю, на этом мы остановимся. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!